Моя мара, конечно, есть. У меня мара это полетать на вертолете и на самолете. Я так ни разу в жизни не летал нигде. Насчет самолета. Вы статью вы читаете? Я, блядь, радио свободы, ничего извиняюсь, ничего не подтверждать, не опровергать не собираюсь. Понятно? Вы звоните кому-нибудь другому, что вы мне звоните? Пусть молятся на тех противовоздушную оборону и пограничнику, которые их пожалели, когда они пересекли границу. Их зарегистрировали сразу над границей. Пожалели, видите ли, фанерный самолет. Порядок боевой у нас в любом полку, в столичном нашем округе всегда мы на чеку. Локатор цель берет, и знают все войска, коварного противника собьем наверняка. Советский войск, мы красная частица, светят ракеты за воздушным рубежом. Храним свое, мы не на столице, мы не на сестрами, найдешь на берег. Плюшевые мишки, фотосдымки. Это уже, конечно, выглядая с сегодняшнего дня, уже смешно неяк. Что это были за мишки? Мишки были у обороны свободы слова Беларуси. Вот я свободно опубликовал ГТ-сдымки и оказался у американца больше за месяц. Тому тут навод каламбур. Тому у ГТ подстава, вся ситуация, это просто каламбур. Комитет государственной безопасности предлагает подданным Швеции прибыть в город Минск для участия в следственных действиях в качестве подозреваемых. Американцы сидят, что мне ведаешь, коли там отпустить, те не отпустить, те под суд отдадуть. Я различу уже рыхтовался до того, что могу пробыть и 2 месяца, и полгода. Ну, тому, коли не смеяться, было бы горой. Дежурное звено слетает, как снаряд. То летчики отважные идут на перехват. Ракеты ждут приказ, смахнув чехлы с плеча. На пульте управления работа горяча. Относительно до шведов, что тычется летчиков, которые это здесьнили, яны рызыкавалі своим жыццём, мы их могли сбить. Ось, але яны гэта зрабілі, неяк паварушылі наше грамадства. Ну и круда яны их не трымаю, бо на мое месце мог апынуцца хто заўгодна. Я так ни разу в жизни не летал нигде. Ну, такая моя маленькая мара. Але зараз подписка про невыезд. Это, ну, я на вот полетать не могу.